По осени в Торонто шквал русских театральных премьер, и одна из них вызвала немалый ажиотаж. Премьера театра-студии Ольги Шведовой «Коллекционер». И поскольку впереди нее премьеры, фанфары, позади кадила, нам, конечно, тоже захотелось составить свое мнение. Я... Ну, это... Я не знаю, как мне правильно сказать, чтобы все было понятно. Я ведь бабочек коллекционирую много лет уже. Крадешься, знаете, так... осторожненько. Душа в пятки уходит, как говорится. В ней было что-то такое, чего в других, самых хорошеньких, не было. Она была на знатока. Для того, кто понимает. Не меня, в общем. А помните, как у Шекспира? Ад пуст! Все дьяволы сюда слетелись. По-моему, история Фауза про маньяка-страдальца Фредерика Фердинанда как раз про это. Ну и не только про это. Всех обстоятельств. Театральный люд прекрасно знает, что театров существует множество, как игровой, условный, реалистический, бытовой. Ну, бытовой – это когда на сцене сидит актер за настоящим столом, под настоящей лампой и пьет настоящий чай из настоящей чашки. А тут пьеса психологическая, и нужен психологический театр. От слова «психо» – душа. А это вам не балетные тапочки на сцене шнуровать. И вот мы присутствуем ни много ни мало при исследовании человеческой души, при, так сказать, объемном и тупиковом конфликте не театральных масок, а человеческих индивидов, убедительно отображенных на сцене актерами Валентином Овсюком и Машами Морозовой и Петиной. Это было так нехорошо. Это было хуже, чем с той продажной женщиной. Я не такого не ожидал. Леденящая душу история с массой душевных оттенков и тональностей, блужданием по лабиринту сознания, про посягательство на свободу, про то, что важнее и лучше иметь или быть. Я поняла в этот момент, что он скорее убьет меня, чем выпустит из рук. Психологический театр воистину скучен не бывает. И мы прослышали даже, что этот спектакль пригласили Ольгу Шведову выпустить в одном из театров России. И хотя лично мне никто не навязал здесь никаких идеологий и аналогий, и в сегодняшней среде обитания замечаю я бездушных людей, гораздо больше, чем одухотворенных, закончу же словами Шекспира. «Все грешны». Все прощения ждут. Приходите на вторую премьеру «Коллекционера» 6 декабря. Да будет милостив ваш суд.